Эрика. Это не игрушки. Это опасно. Ну ладно. Готова? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфа. Она была там медсестрой, а я врачом. По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница, как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию, какая нравится. Теперь закрой глаза. Соберись и призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. Попробуй угадать нужный снимок. Видишь? Волшебство. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Ты ни в чем не виновата.
Можно потише? Уже поздно. Мисс Мейсон. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Дельфийский эпсилон. Как у твоего отца? На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. Он там работал. Ты знаешь, что он основал Дельфы? Вместе с ним. Люсьеном Флауэрсом. Вероятно, он тоже в опасности. Слушай. Над Дельфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас.
хотела поговорить с тобой. Как тебе подарок? Кто вы? Ты вся дрожала и цеплялась за отца. Он был весь в крови. Но он не тот, кем ты его считаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Это вы убили того человека и отправили мне руку? Он был одним из них. Я ведь отправила тебе его медальон. Найди Алади Картер, Эрика. Посмотри сама. Черт, ты делаешь? Она была в кабинете. Так и застыла.
Зря время потратили. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря я вообще куда-то ходил. У меня проблемы. Я была в кабинете. Почему? Что такое? Я же сказал, жди. Мне позвонили. Женщина, она знала, кто я. Она... Эй, эй, а ну... Мне пора. Мистер Стейнбек, сержант Блейк здесь в рамках расследования. Как и инспектор Колкер. Сэр, нужно поговорить. Есть успехи? Конечно. Доктор Баллард, покажете мисс Мейсон ее комнату? Конечно. Идем, следуй за мной. Ты меня, наверное, не помнишь. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя часто... Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать, она была великолепной медсестрой. Такая умная, веселая. Ну? Жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок. Посмотри на ее руку.
Она прямо как ты. Чисто. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку. Ты же знаешь, убираться без присмотра нельзя. Я и думала. Привет. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Хана? Я стараюсь. Не любишь говорить? Ну ладно. Садись. Я тебе кое-что покажу. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам. Пам-пам. Остальное сыграю я. Вообще ни при чем. Просто уйди. У нее кровь идет. Нет, 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 нет. Нет, не надо, смей. Это запрещено. Кирсти, нет, Кирсти, нет, успокойся. Нет, 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 не надо. Отвалите, отвалите. Просто держи. Не надо, не надо, не надо. Не беспокойся.
хотела. Она пыталась помочь. Пришел сержант Блейк. Тебя ждут в администрации. Войдите. Боже мой. Эрик Мейсон. Ты и так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс, коллега и друг твоего отца. Я помню, вы подарили мне куклу. Надеюсь, я с ней угадал. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Я всегда плохо сплю. У меня кошмары. Сочувствую. Доктор Баллард занимается нейрологией. Может, она поможет. Надеюсь, тебе будет приятно. Но у меня кое-что есть. Твоя мать подарила это твоему отцу в день свадьбы. Я не смог выкинуть. Привет. Прошу прощения. Мы связались с оператором, но по звонку пока ничего нет. Эрика, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Убийца вряд ли остановится. Я могу как-то вам помочь? Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Я вижу какие-то образы в своих кошмарах. Силуэт женщины с пистолетом. Но это все. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. Опасности никакой. Ладно. Ладно, я согласна. Изображение, которое ты увидишь, расслабит тебя и твой разум. Твой отец разработал регрессивный метод, чтобы пробудить в пациентах память о травме. Сначала проверим, все ли в порядке. Просто скажи первое, что придет тебе в голову. Небо. Хорошо. Прекрасно. Если вспомнишь что-то важное, запиши это. Я знаю, что столкнуться с прошлым нелегко, но помни, ты в безопасности. Начнем. Природа. Вина. Молоко. Опасность. Маска. Подождите. Доброта. Животные. Thank you.
Дело в тебе, Эрика. Всегда было в тебе. Тихо, тихо. Что случилось? Все хорошо. Ты рисовала. Ты все время рисовала. Почему она, Эрика? Почему твоя мать? Твоя мать говорила, что жила этим местом. Она здесь работала, здесь нашла любовь, родила тебя. А потом и умерла. Доктор Баллард сказала показать тебе это. Пройти через подобное было невероятно трудно. Неудивительно, что ты увидела свою мать. Это процесс, Эрика, он требует времени. Я попробую еще раз. Отдохни. Приди в себя. Повторим в другой раз. Идем. Я тебе кое-что покажу. Давай. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. И мой тоже. Отвалите! Уйди! Отстань! Извини. У девочек бывают трудные дни. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это Эрика Мейсон, она пока поживет у нас. Я ведь тебя залила кровью. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Пойдем? Иди ты! Хватит! Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Он весьма неплох. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными? Да,
Кто откажется от раскисшего сэндвича в компании незнакомцев? Проверю, как дела у Тоби. Ну ладно, тогда до встречи. Эрикан, это хороший поступок, напомни, что некоторые наши пациентки хорошие манипуляторы. Будь осторожна, ладно? Что ты делаешь? Ты преследуешь меня? Отпусти меня. Ты туристка. Ты не представляешь, сколько здесь тайн. Будь осторожна, а не то нарвешься. О каких тайнах ты говоришь? Понятно. Ищешь приключений? Да? Ладно. Пошли. Уютно, да? Вот. Я кое-что заранее приготовила. Я думала, здесь такое не разрешают. Охрана тут хреновая. Господи. Тебе будет полезно. Это правда, что тебе прислали чужую руку? Ты здесь прячешься, да? Да. Еще и папа, гениальный врач. Они с Флауэрсом основали больницу, да? Да. А твоя мама? Она ведь умерла здесь? Открой. Где ты это видела? Это была не я. Его автор. Она мертва. Она видела странные сны. Как цветы падают с неба. У нее стала идти кровь. Начались припадки. И она нарисовала это. Кровь из носа. Да, как у Ханы. Я не слушала. Все думали, она чокнутая. А когда она умерла, я нашла это. Видишь? Этот символ внизу. Он из древнего храма в городе Дельфа. Они похищали женщин,
сводили их с ума с помощью наркотиков. Думали, что так они смогут видеть будущее. Девочки заболели. У них случались припадки. И они умирали. Ты думаешь, здесь то же самое? Знаю, как это звучит. Но... Вот, зацени. Там что-то есть. Я думаю, это тоннель. Эй. Знаешь, откуда у Флауэрса деньги? Копил на будущее. Я устала. Ты устала? Надо же, кого я вижу. Ты куда пропала? Я тебя везде ищу. Тебе посылка. Что-то крутое. Так красиво. Открывай. Боже, жуть какая! Осторожно. Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет. Вот, посмотри. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Наши ребята уже там. Это была его... Его кожа? Скорее всего. Татуировка та же. Почему он сделал татуировку с этим символом? Раньше он был на вывеске. Он из храма Аполлона в Дельфах, это в Греции. Там была такая надпись «Познай самого себя».
Твой отец решил, что нам это тоже подходит. После его смерти знак убрали, но татуировка Карла, конечно, осталась. Почему именно это? Почему кукла? Это подарок от Люсьена. Старый, еще до смерти отца. Эрика проводила здесь столько времени, а других детей тут не было. Я всегда старался ее как-то порадовать. Дарил подарки. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Все хорошо? Пойду опрошу соседей. Запри дверь. Это полиция. Открывайте, или я выбью дверь. Я сейчас выбью дверь. Не смотри. Все хорошо.
Моцарт. Пойдем. Скорей. Не буду делать операцию. Она выросла в каком-то жутком приюте. Притворилась, что у нее депрессия, чтобы сбежать оттуда. Она была здорова. Теперь ее будут резать. Что за... Проверь тумбочку. Внутри может быть что-то странное. Дай сюда. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А в Дельфах это сделать нельзя? Я предлагал, но доктор Баллард категорически против. Учитывая историю с Ханной, наверное, она права. Прошу. Чай готов. Господин инспектор. Что скажешь? Похоже? Это она? Нет. Чего-то не хватает. Ладно. А как насчет этого? Это из ее квартиры. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой. Очень о ней заботилась. Порой даже чересчур.
заботилась? С ней было сложно. Она была склонна к агрессии. Из-за трудного детства. Твоя мать поддерживала ее. Эрика. В ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Это наверняка был спектакль. Возможно. Мы запросили разрешение на эксгумацию. Тебе придется еще немного побыть в Дельфах. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейк, возьмете? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет, это опасно. Я с вами. Нет, Эрика, он прав. Ты нам не поможешь. Эрика, ты как? У тебя кровь? Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди. Здравствуй, Эрика. Скучала? Вы мертвы? Пока нет. В отличие от инспектора и остальных. Стейнбек,
Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. Вы больны. Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Вы убили моего отца. Он сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу, по дороге к Дельфам, есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Которая? Тоби Нейман. Ей это не впервой. Ничего удивительного. Ты как? Я могу чем-то помочь? Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я не чувствую себя в безопасности. Все нормально. Просто постарайся поспать. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? Нет. Ничего. Если что, я внизу. Должны гибнуть. Все это может положить конец моей работе. А это дело всей моей жизни. Это понятно? А что конкретно вы делаете? Не твое дело. Мне вообще ничего не сообщают. Просто делай свою работу. Присматривай за Эрикой, как положено. Ясно? Как положено. Это понятно?
Она у себя. Отказывается что-либо говорить. Колки руна при ней. Она точно что-то знает. Она в шоке. Или хорошо притворяется. Хотят видеть будущее ради наживы и власти. Но без бабочки ничего не увидеть. Вот зачем он твоя мать.
зачем им ты. Идем со мной. Вместе мы можем ее спасти. Что мне сделать? Дело в тебе. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Почему я здесь? Все началось отсюда. Работа твоего отца. Он испытал это на твоей матери. И на тебе тоже. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабынь. Я кое-что припасла. Отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Я к доктору Балларду. Мы делаем духи. Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужила. Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама.
Твой отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет, а без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Мы остановим их. Мы освободим ее. Перережь провод. Оставь себе, пригодится. Туда. Медальон. Видимо, запечатали. За мной. Его придется убить. Он поднимет тревогу. Заметят. Нужно вырубить свет. Веди меня к тайной двери. У нас мало времени. Господи, я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Не подходите. Я видела вас в подвале. Не понимаю. Что ты делала в подвале?
его убили. Один из них, Эрика. Поверь. Нам нужно идти. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Обещаю. Спасибо. Сюда нельзя. Тоби нужно лечение. Разбудите ее. Тебя ищут? В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Прошу, позволь мне помочь. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Придумайте что-нибудь. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирти, беги! Опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Сделай Опасно. Ты можешь идти? Вытащи ее отсюда. Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю.
Ну вот, давай поговорим. Отдайте мне медальон. Эрика, милая, ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся, ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Нет, вы что-то скрываете. Там, за дверью. Нет. Это старое помещение. Там просто кладовка. Там одна сломанная мебель и старое белье. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько. Я вам не верю. Ни единому вашему слову. Ты и не обязана. Ты ворвалась сюда с оружием и целишься в меня. Ты готова выстрелить? Боюсь, это уже далеко не впервые. Тебе нужна помощь. О, Боже, что ты наделала? Откройте дверь. Нет, Эрика. За ней тебя ждет только безумие. Ты слишком долго была совсем одна. Мы все исправим. Я заменю тебе семью. Поверь мне. Опусти пистолет. Мия Грин мертва, Эрика. Все это тут.
Thank you.